В Африке появилась огромная трещина. Некоторые ученые предполагают, что это начало тектонических процессов, из-за которых Африка может расколоться на две части примерно через 50 миллионов лет. Недалеко от столицы Кении Найроби в земле появилась огромная трещина. В длину она достигает нескольких километров, в глубину – 15 метров и 20 метров в ширину, сообщает CBS в пятницу, 6 апреля. Некоторые ученые предполагают, что это начало тектонических процессов, из-за которых Африка может расколоться на две части примерно через 50 миллионов лет. Их оппоненты утверждают, что в этом районе не было подземных толчев, а трещина могла появиться в результате сильных ливней. Ранее во льдах Антарктиды появилась гигантская трещина, только за последние два месяца ее длина увеличилась на 27,4 километра. В настоящее время она составляет 160 километров в длину и 280 метров в ширину. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.